выразить вам огромные слова благодарности за тот труд, за те все старания, которые вы проявляете, организовывая наших жителей, наших ветеранов на добрые дела. Поэтому примите это поздравление, всех наилучших пожеланий и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Заместитель главы администрации Игорь Панчук вместе с депутатом Совета депутатов Артуром Каримовым посетили праздничный ужин, организованный для членов Совета ветеранов. Сегодня мы с заместителем главы администрации города в преддверии Дня защитника Отечества приехали поздравить ветеранов, тех, кто служил, участвовал в боевых действиях, ну и поздравить жителей городского округа Химки с этим знаменательным для Химок праздником 23 февраля. В ответ Совет ветеранов поблагодарил сотрудников администрации за внимание и активное сотрудничество.